Один шаг назад! Снимать этот фильм не умеет.
Расскажи что-нибудь о Фредерике. А на чему он не ответил на вопрос, чем отличаются русские чеченки? Это вопрос для нее особо интересен, потому что она чеченка. Да, просто не все различают. Хорошо, хорошо. Фредерика, хочется сказать спасибо. Наверное, стоит сказать ему спасибо. Большое спасибо. Еще стоит спросить насчет кастинга. Да. Для тебя. В идеале. 14-летняя чеченская девочка. Ну да, 14-летняя. Она переросла уже. Но она же не выглядит, что она переросла. Я узнаю, кастинг приду. Мать скажет, заберите ее от меня. Хорошо. Я Я вы правда от него снимаете? Видите, сарказм. Сарказм, видите, это логика. Копаешься в ваших глазах. Читайте. Читайте больше книги. Где? Спасибо, кому передать привет? Всем. Хочу передать привет маме. Пожалуйста. Передавай маме. Привет, мама. Тетя Лена. Я читала эту книгу. Какую? Эту. Я знаю, она взрослая. Когда я была маленькая, я ее читала. Она скоро, как получается, на всех программах по телевизору там ставят, как ничего не читала, просто она скоро на книжку не писать. Да, нет, она уже быстро закончила работу. Мам, без пальто обойдемся. Сколько времени? 18:03. Я чувствую, это долго. Ну что, может, ходить за вещами? За вещами мне? Я, конечно, хотела бы к ним подойти. Потом обратно не поработать. А если? Подожди, нет.